Эта зима выдалась очень снежной. Все коммунальщики работают в усиленном режиме, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В такое время любая помощь будет кстати. Он передал рабочим региона 37 тракторов и мини-погрузчиков нового формата. В Химки поступили две машины. Новые машины сразу же будут направлены на рабочие места. На сегодняшний день в городском округе работают более 1000 дворников и 180 единиц техники. Также на случай гололеда заготовлено более 150 тонн реагентного материала.